Сегодня я стал крутым. Привет, сегодня я стал деловым. Это ты сам придумал. Привет, сегодня мы отмечаем 1 сентября. Сегодня Никита пошел первый класс. Буквы разные писать, тонким перышком в тетрадь. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Вычитать и умножать, малышей не обижать. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Вычитать и умножать, малышей не обижать. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. К четырем прибавить два, по слогам читать слова. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Книжки добрые любить и воспитанными быть. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Книжки добрые любить и воспитанными быть. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Про глагол и про тире, и про дождик на дворе. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Крепко-накрепко дружить, с детства дружбой дорожить. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Крепко-накрепко дружить, с детства дружбой дорожить. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Буквы разные писать, тонким перышком в тетрадь. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Вычитать и умножать, малышей не обижать. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Вычитать и умножать, малышей не обижать. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. К четырем прибавить два,
по слогам читать слова. Учат в школе, учат в школе, учат в школе книжки добрые любить и воспитанными быть. Учат в школе, учат в школе, учат в школе книжки добрые любить и воспитанными быть. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Прошу. Скажи, как тебе первый урок твой? Понравился тебе? Что тебе тут дали? Ой, какая красота! Это мы сейчас шарики пойдете запускать. Учат в школе, учат в школе. Крепко-накрепко дружить, с детства дружбой дорожить. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Знакомились, да? Мальчиков 21, а девочек 17. Ух ты, мальчиков больше, значит, да? И вообще, и подарки. Все, как я хотела. Класс? Да. Каждый день бы 1 сентября, да? Каждый день праздники, вот. Да, день рождения, Новые годы. Ну что, сыночек, я поздравляю тебя с 1 сентября. Теперь ты уже большой мальчик, уже школьник, начался новый этап в твоей жизни. Желаю тебе расти таким большим, умным, чтобы всегда приносил одни пятерки. И, в общем, по жизни у тебя все складывалось удачно, легко, чтобы нашел новых друзей, чтобы жизнь у тебя, в общем, была радостной, счастливой, как сегодняшний день. Да? Как сегодняшнее твое настроение даже. Сегодня день у нас дождливое, настроение отличное, да? Да. Ну, желаю, чтобы у тебя всю жизнь было отличное такое настроение, чтобы все твои желания и мечты исполнялись. И дарю тебе вот такой вот подарочек. Держи. Ну что, открываем? Подожди, я одной рукой. Давай помогу. Вот там, открывай, посмотрим. Что это такое? Ну-ка, ну-ка, давай, открывай. Все нам тут интересно. Что это? Вас надо вставать. Вот. Это что, задание там? Ну, написано, что там есть задание. Какое? Отличный для детского праздника. Это надо классный стул и на вилку положить. Кто поиграет, у нас задание такое. Нет, это не а у кого классный упадет, тот поиграл. А в следующем видео мы будем снимать, как мы играем в эту игру. Да. Пока! Не забудь нажать на колокольчик, пропустить новое видео. Ка-ка! Ка-ка! Буквы разные писать, тонким перышком в тетрадь. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Вычитать и умножать, малышей не обижать. Учат в школе, учат в школе, учат в школе.